Здравствуйте, с вами Алена Романова, и сегодня я продолжаю говорить о проблемах души нашего времени. Это книга Карла Густава Юнга. Поговорим о психологической типологии. Итак, что же такое характер? Характер – это устойчивая индивидуальная форма человеческого бытия, причем форма как физической, так и душевной природы. Причем сам Карл Густав Юнг считал, что душа, она гораздо темнее тела. Это как будто неизведанная страна, которую надо познать, и из которой к нам поступают лишь косвенные известия, передаваемые через подверженные всевозможным иллюзиям функции сознания. Поэтому путь от внешнего к внутреннему, от известного к неизвестному, от тела к душе, он более безопасный. И сюда он также относил методы предков, астрологию, которая постигала линии судьбы, что лежат в самом человеке, хиромантию, френологию Галля и физиогномику Лафатера, что это все только лишь помогает изучать характер человека. Есть некое единство живого существа, и вот эта неразрывность душевного и физического, она, безусловно, присутствует в характере. И это такое перетекание из телесного в душевное, вот, неразрывность природы. Что еще он говорил? Он говорил, что вот эта вот направленность от внешнего к внутреннему должна быть путем исследования до тех пор, пока не будут с достаточной надежностью установлены определенные элементарные душевные состояния. Мы только тогда будем удовлетворены, когда узнаем, какой вид души соответствует определенным физическим качествам. И что же такое душевное тогда? А вот что Юнг писал. Душевное – это нечто совершенно неизведанное, хотя оно и кажется абсолютно знакомым, и что душу другого каждый знает, пожалуй, лучше, чем свою собственную. Во всяком случае, для начала это было бы весьма полезным эвристическим положением. Совсем иначе, однако, обстоит дело с психикой. Здесь со своей эмпирически наглядной установкой мы просто попадаем в непрерывное течение наших субъективных душевных явлений. И если из этого потока вдруг всплывает всеобъемлющее общее понятие, то оно является не более чем простым симптомом. Что же такое автономный комплекс? Автономный комплекс – это содержание бессознательного. Комплексы – это прежде всего такие психические величины, которые лишены контроля со стороны сознания. То есть вы знаете, что есть личное бессознательное и коллективное бессознательное. Комплексы в большей степени Юнг приписывал индивидуальному бессознательному. И вот эти комплексы, они отщеплены от него, то есть от сознания отщеплены, и ведут особого рода существование в темной сфере души, откуда могут постоянно препятствовать или же содействовать работе сознания. Комплексы всегда содержат в себе нечто вроде конфликта, или, по крайней мере, являются либо его причиной, либо следствием. Комплексам присущи признаки конфликта, шока, потрясения, неловкости, несовместимости. Это больные точки, по-французски «bête noire», о которых не очень-то хочется вспоминать, и еще меньше хочется, чтобы о них напоминали другие, но которые зачастую самым неприятным образом напоминают о себе сами. Они всегда содержат воспоминания, желания, опасения, обязанности, необходимости или мысли, от которых никак не удается отделаться, а потому они постоянно мешают и вредят, вмешиваясь в нашу сознательную жизнь. Итак, комплексы. Что же это такое? Это некие отщепленные фрагменты от сознания. Где они находятся? Они находятся в душе, в темной сфере именно души. И как они, что они делают, их функция? Либо же препятствовать развитию человека, либо же содействовать развитию. Что еще в них есть? В них есть конфликт, либо же они являются причиной для создания конфликта. И, ну, они, может быть, следствием уже развитого конфликта. И что еще им присущи? Конфликт, шок, потрясение, неловкость, несовместимость. Это больные точки. Вот, это то, о чем не хочется вспоминать. И что они содержат? Воспоминания, желания, опасения, обязанности, необходимости или мысли, от которых не удается отделаться. Но в комплексах спрятано препятствие, ведущее к успеху. Вот что ведет к успеху и где оно спрятано.
Комплекс или обладание комплексом не обязательно означает неполноценность. Это значит только, что существует нечто несовместимое, неассимилированное, возможно, даже какое-то препятствие, но это также и стимул к великим устремлениям, и поэтому вполне вероятно даже новая возможность для успеха. Они должны присутствовать, потому что в противном случае душевная деятельность пришла бы к чреватому последствиям застою. Но они означают также и неисполненное в индивиде, ту область, где, по крайней мере, сейчас он терпит поражение, где нельзя что-либо преодолеть или осилить. То есть, без сомнения, это слабое место в любом значении этого слова. Запомнили, что такое комплексы? Я еще продолжу.